Thank you.
Yeah.
Хотя Верховный Господь является источником всех чувств живых существ,
сам он не обладает подобными материальными чувствами. На самом деле живые существа наделены духовными чувствами, но в материальном мире эти чувства покрывают материальные элементы, и потому их деятельность тоже становится материальной. Однако чувства Верховного Господа не имеют материального покрова. Его чувства трансцендентны, и потому их называют ниргуна. Слово «гуна» относится к качествам материальной природы, но чувства Господа не имеют материальной оболочки. Необходимо понять, что его органы чувств отличаются от наших. Хотя причиной возникновения наших органов чувств является Господь, сам он обладает трансцендентными чувствами, не оскверненными материей. Это прекрасно объясняется Шрита Шватара Упанишад 3.19 «Апани Паду Джавано Гальхита». У Бога, Верховной Личности, нет материальных рук, но у Него есть Его руки, которыми Он принимает все наши подношения. Этим сверхдуша отличается от обусловленной души. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что у Него вообще нет глаз, иначе как бы Он мог видеть? Его взору открыто все – прошлое, настоящее и будущее. Находясь в наших сердцах, Он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем. Это также подтверждается в Бхагавад-гите. Господь знает все, Его же не знает никто. Говорится, что у Господа нет материальных ног, и тем не менее Он передвигается в пространстве на духовных ногах. Иначе говоря, Господь не безличен. У Него есть глаза, ноги, руки и так далее. Поэтому мы, будучи неотъемлемыми частицами Верховного Господа, также обладаем ими. Но Его глаза, руки, ноги и другие органы чувств не осквернены материальной природой. В Бхагавад-гите тоже говорится, что когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит с помощью своей внутренней энергии, являя людям свою истинную форму. Материальная энергия не оскверняет Господа, ибо Он ее повелитель. Из вет мы узнаем, что тело Господа всецело духовно. Он имеет вечное тело, называемое Сат-Чит-Ананда-Виграха. Господь обладает всеми совершенствами. Он владелец всех богатств и всех энергий. Он самый умный, и Его познание всеобъемлющее. Таковы некоторые качества Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым для жизни и является свидетелем всех их поступков. Из ведических писаний явствует, что Верховный Господь всегда трансцендентен. Сейчас мы не видим Его головы, лица, рук и ног, но они у Него есть, и достигнув трансцендентного уровня, мы сможем увидеть Господа. Сейчас Господь недоступен нашему взору, так как наши органы чувств осквернены материей. По этой же причине имперсоналисты, находящиеся под влиянием материальной энергии, не способны постичь Верховную Личность Бога. Своям рупа кадамайям дадати свападантикам. Вандехам Шри Гуру Шри Рападакалам Шри Гуру Вайшнавам Шча Шри Рупам Сатраджатам Сахаганарабхунатам Битам Хамсачевам Сапайтам Савадутам Парижана Саритам Кришна Чайтанья Девам Shri Radha Krishna Padam Sahadana Lalita Shri Vishakha Nitam Shcha He Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Vohika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangye Radhe Vrindavaneshwari Vrishamanu Sukheri Pranamani Hari Priye Vanchakaupata Rupyashcha Kripa Sindhu Karevacha Patitanam Bhavani Deo Vaishnave Deo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita
Lord Krishna is explaining to us about the nature of the knower of the field of activity. Господь Кришна здесь объясняет нам природу знающего поля деятельности. Right? We heard about the field of activities. The field of activities was the body. And the knower of the field is, well, there are two knowers of the field. There is the individual soul and the super soul. В предыдущих стихах мы слушали о поле деятельности, которым является наше тело. А сейчас мы слушаем о знающих это поле. И на самом деле их два. Это индивидуальная душа и сверхдуша. So in this verse tonight we're hearing about the super soul. How the super soul is situated in this body. И в этом стихе, который мы читаем сегодня, описывается, каким образом сверхдуша располагается в нашем теле. How many super souls are there here in this room? Сколько в этой комнате находится сверхдуш? One super soul. Одна сверхдуша. That one super soul is expanded into the hearts of all living entities. И эта одна сверхдуша распространяет себя в сердца всех живых существ. So Lord Krishna expands himself in the form of the super soul as the to guide and to help all of us out of this material existence. Господь Кришна распространяет себя в форме сверхдуши, чтобы направлять нас по пути вызволения из этого материального мира. He's a well-wisher of the living entity, so he appears in the heart along with the individual soul to guide us. Он является благожелателем каждого живого существа, и поэтому он проявляется в наших сердцах, чтобы направлять нас. Giving us some kind of direction. In another place in the Bhagavad Gita, Lord Krishna is described as the overseer and the permitter. Он дает нам направление. В другом месте Бхагавад Гиты Кришна описывается как наблюдающий и дозволяющий. Permitter. We may question, well, why does Lord Krishna permit so many sinful activities? Мы можем задаться вопросом, почему Кришна допускает, что совершается столько греховных поступков? Sometimes people will perform acts which are really horrible, really terrible. You get people who come and they kill little children, they do the most horrible things. Why does Krishna allow this? Иногда некоторые люди совершают абсолютно ужасные, бесчеловечные поступки. Они могут убивать детей. И мы можем задать вопрос, почему Кришна позволяет этому случиться? So Lord Krishna is, of course, directing the living entity not to do these things, but the living entities often don't want to take the direction. И Кришна направляет живое существо таким образом, чтобы оно не делало таких вещей. Но живое существо не всегда хочет воспринимать эти направления от Кришны. Just like sometimes the father will tell the son, don't drink. And the son said, no, but I want to drink. I want to go. I want to taste this alcohol. Иногда отец может сказать сыну, не нужно пить спирт. Но сын ответит, но я хочу употреблять алкоголь. And the father will say, no, it's a waste of money, it's not a good habit, it's not going to do you any good. But the son says, no, I want to do it, I want to do it. And the father says, well, as long as you live in this house, don't do it. И отец будет объяснять сыну, что это пустая трата денег, это ни к чему хорошему тебя не приведет. А сын будет отвечать, но я хочу это делать. И отец тогда может сказать, пока ты живешь в моем доме, ты не будешь это делать. So then the son said, all right, then I will go and live in my home. I will go to my home, I'll live on my
И сын тогда отвечает: ну ладно, тогда я найду себе свое жилье и буду жить отдельно. And in this way the son goes and he tries takes to drink. И таким образом сын уходит и начинает пить. The father tried, but the son would not take any direction. He wouldn't listen. Отец пытался направить сына, но сын не захотел слушать. So in the same way the super soul is in the heart directing living entities, but often the living entity won't listen to the super soul. И таким же образом сверхдуша находится в сердцах живых существ, и она направляет их, но живые существа сами зачастую не хотят слушать. So we have to understand how the Lord is the best friend of all living entities. Мы должны понять, что Господь является лучшим другом каждого живого существа. And then we're stated in the fifth chapter, at the end of the fifth chapter, where Lord Krishna spoke the peace formula. И мы обращаемся к пятой главе Бхагавад-гиты, в которой Кришна сказал формулу мира. That Lord Krishna is described as the enjoyer of all sacrifices and austerities, and the proprietor of everything, and the best friend of all living entities. Кришна — это верховный, наслаждающийся всеми плодами аскез. Он верховный повелитель, и также он лучший друг каждого живого существа. He's the best friend because he never gives up. He's always with us, accompanying us. Он наш лучший друг, потому что он никогда не отвергает нас. Он всегда сопровождает нас. In the material world, we have friends. People come and go. You know, you have friends at school. You have friends at college. You may have friends before marriage. After you get married, then you get different. В материальном мире мы тоже заводим друзей, но они приходят и уходят. У нас есть друзья со школы, друзья с университета, друзья до женитьбы, друзья после женитьбы. И это все могут быть разные люди. But there's this one friend who's always with us, not only in this life, throughout the whole life, but life after life, and that is the super soul. Но у нас есть один друг, который сопровождает нас не только всю нашу жизнь, но и из жизни в жизнь, и это сверхдуша. And it's described here in this verse how the super soul is a person. He has different features. И в этом стихе говорится, что сверхдуша — это тоже личность, которая обладает определенными чертами. It's an important point to understand that the super soul is not impersonal. Очень важно понять, что сверхдуша не безлична. He has senses which perform activity. У сверхдуши есть чувства, которые занимаются какой-то деятельностью. But his senses are transcendental. Our senses are covered by material energy. Но чувства сверхдуши трансцендентны, тогда как наши чувства покрыты материальной энергией. The super soul also has hands by which he can do different activity. У сверхдуши также есть руки, с помощью которых она может совершать какие-то действия. But his hands are not like our hands. Our hands are material, they're covered with just the elements of material nature. Но ее руки не то же самое, что наши, потому что наши руки состоят из материальных элементов. But the super soul has a transcendental body, so his hands are spiritual. They're not made of matter. Но у сверхдуши трансцендентное тело, и поэтому ее руки тоже духовные. И не состоит из материи. His body is made of spiritual energy. It means it's eternal, full of bliss and knowledge eternally. Тело сверхдуши создано из состоит из духовной энергии, и это значит, что оно
вечно и исполнено знания и блаженства. It's just the opposite of our body, which is temporary, full of ignorance and miserable. Что является полной противоположностью нашего тела, которое временно полно невежества и испытывает страдания. Шрила Прабхупада is impressing on us that the super soul is a person and he has qualities and characteristics. И Шрила Прабхупада здесь обращает наше особое внимание на то, что сверхдуша это личность, и у этой личности есть определенные черты. But he's not a person like we are a person. He is transcendental to the material nature. Но сверхдуша это не такая же личность, как мы, поскольку она трансцендентна к материальной природе. That material nature is under his control. И материальная природа находится под контролем сверхдуши. We are controlled by the material nature, but he controls the material nature. Материальная природа контролирует нас, но ее само контролирует сверхдуша. He is the proprietor, he is the master of everything. Господь является повелителем и хозяином чего бы то ни было. We are not proprietors. А мы не обладаем ничем. Just like the body which we have, it is given to us. Даже наше тело дано нам. And we have, just like if you have a, you may live in some apartment, if you may not be the owner of the apartment, you have to pay rent to the landlord. Например, вы живете в квартире, и она даже может не принадлежать вам, и вы тогда оплачиваете за нее арендную плату ее владельцу. So in the same way, we are not the proprietor of this material body. It's given to us, and we are supposed to pay rent for this body. И точно так же наше тело нам не принадлежит. Мы нам дали его попользоваться, и мы платим за него арендную плату. We're supposed to perform sacrifices. That is the way in which we pay our rent. И как нам платить эту арендную плату? Мы должны осуществлять жертвоприношение. Perform sacrifices for the pleasure of the Supreme Lord. Совершать жертвоприношение ради удовольствия Верховного Господа. And in this way we relieve our debt to Him for giving us the material body. И таким образом мы выплачиваем свой долг по отношению к Господу за то, что Он дал нам в пользование это материальное тело. The senses, which are senses, are also His. He is Rishikesh, the proprietor of the senses. Наши чувства тоже принадлежат Господу, поскольку Его называют Ришикешем, повелитель чувств. We are meant to use our senses in His service. И поэтому наши чувства предназначены для служения Господу. So if you don't use your senses in His service, then you will have to pay for not using them in His service. You have to pay for them. You've taken the senses from the Lord, and we have to pay to Him, but pay back to Him in the payment for the use of these senses. И если мы не задействуем свои чувства служения Господу, чувства даны нам Господом, то мы должны будем за это заплатить. So everything that we see, it's actually the Lord's property. It's created by Him for His enjoyment. Все, чего только может коснуться наш взгляд, это все принадлежит Господу, и все является Его собственностью. And He expands Himself into the heart of all of us just to guide us, to remind us that we have some purpose here in this world. И Он распространяет нас, Он распространяет Себя в наши сердца для того, чтобы направлять нас и напоминать нам, что у нас в этом мире есть определенная цель. One devotee approached Srila Prabhupada and he told Srila Prabhupada, he said,
When I chant my japa, he said, often I get thoughts in my mind, coming in my mind, telling, reminding me about what I was doing before I became a devotee. Однажды к Шриле Прабхупаде подошел преданный и сказал, что когда я читаю джапу, ко мне в мой ум приходят мысли, напоминающие мне о том, как я жил до того, как стал преданным. So the devotee asked Prabhupada, why is it like that? Why these thoughts are coming in my mind? I'm trying to chant Hare Krishna. И он спросил Шрилу Прабхупаду, почему эти мысли все продолжают приходить, ведь я стараюсь воспевать Святое Имя. So Srila Prabhupada explained to the devotees that Krishna in your heart as the super soul is telling you that if you ever give up chanting Hare Krishna, you have to go back to that life. И Шрила Прабхупада ответил, что Кришна, будучи сверхдушой, находясь как сверхдуша в твоем сердце, напоминает тебе, что если ты перестанешь повторять Святое Имя, ты вернешься к той же жизни, в которой жил прежде. You have to go back to that miserable, terrible life in the material world with all the materialistic, nasty people. Тебе придется вернуться к этой ужасной материальной жизни в этом мире с неприятными материалистичными людьми. Krishna in the heart as the super soul. He gives us that kind of knowledge. И Кришна, находясь в нашем сердце как сверхдуша, дает нам такое знание. But he also, as a super soul, sometimes he also allows us to forget everything. Но как сверхдуша, он также иногда позволяет нам все забыть. And then we enjoy more the material world. И таким образом мы можем больше наслаждаться материальным миром. When you forget that you're not the body, when you forget that we're simply meant to be the servant of Krishna, when you just simply think only about material sense gratification, then you enjoy. Когда вы забываете, что вы не тело, когда вы забываете, что ваше предназначение служить Кришне и думаете только о чувственных наслаждениях, тогда вы можете больше наслаждаться материальным миром. So the super soul allows us to forget everything we learned. И сверхдуша позволяет нам забыть все, что мы выучили. And the super soul in this way allows us to try to enjoy the material world. Таким образом, сверхдуша позволяет нам совершать попытки насладиться материальным миром. And the super soul also gives remembrance. It reminds us about what is our real purpose in life. Но также сверхдуша дает нам память и напоминает нам о том, какова наша истинная цель жизни. So because the super soul is situated in the heart, he's right beside the individual living entity. So he knows the individual living entity's desire. Поскольку сверхдуша в нашем сердце находится прямо рядом с душой, с живым существом, она прекрасно знает желание живого существа. Just like if you share a room with someone, then you know everything about them. Как если вы живете с каким-то человеком в одной комнате, то вы его знаете как облупленного. You know what they're doing, you know where they're being, you know everything. There's no secrets. Вы знаете, чем он занимается, куда он ходит, у него от вас нет секретов. So the same way the super soul understands the desires of every individual. И таким же образом сверхдуша понимает все желания каждого живого существа. And the super soul acts from the heart according to our own desires. According to our desires, the super soul acts. И в соответствии с нашими желаниями сверхдуша совершает действия. Directing, giving the direction to the mind and the senses. Давая направление нашему уму и чувствам. So Lord Krishna is very busy. He's in the heart of all living entities.
Итак, Господь Кришна очень занят, находясь в сердцах всех живых существ. We may think, oh, I'm so busy, I have so much to do. Just imagine how busy Lord Krishna is with the super soul. Мы можем подумать, я так занят, у меня столько дел, но представьте, насколько занят Кришна в форме сверхдуши, находясь в сердце каждого живого существа. So he's accompanying us birth after birth, and his purpose in accompanying us is to guide us, to bring us back out of our illusion. Он сопровождает нас из жизни в жизнь, и цель его того, что он дает нам направление, цель его сопровождения нас, это в том, чтобы дать нам направление и помочь нам вырваться из иллюзий. The super soul tells us certain things that, you know, the super soul will tell us, oh, you don't need to eat so much, you've already eaten a lot, why are you eating more? Сверхдуша может сказать нам, не нужно переедать, тебе не нужно больше есть, потому что ты уже съел достаточно. The super soul tells us, oh, you shouldn't be doing this, this is very bad, this is sinful, this is not what you should be doing. Сверхдуша может сказать нам, не нужно это делать, это не то, чем ты должен заниматься, это очень греховно. So the super soul, the Lord in the heart, speaks to us. He speaks from the heart. Сверхдуша, Господь в нашем сердце, говорит из нашего сердца. Do we want, we do not, the problem is we do not like to hear all the time. Проблема в том, что нам не нравится это слышать. It's like children, when we were children, the parents would tell us things, don't do this, don't go there, don't do this. You know, they tell you things and sometimes you think, oh, why are they always telling me this? We don't listen. Когда мы были детьми, наши родители тоже постоянно говорили нам, не делай это, не ходи туда. И мы думали, ну почему он все время говорит мне это? So in the same way, the super soul in the heart speaks to us and tries to direct us, to bring us out of our conditioned state. И таким же образом сверхдуша из сердца говорит нам, направляет нас и хочет вызволить нас из нашего обусловленного состояния. Now how do we know when the super soul is instructing us and it's not just only our own mind? Как же понять, что то, что мы слышим, это наставление сверхдуши, а не выдумки нашего ума? You know, sometimes we get people who think, Krishna told me I can eat meat. Иногда мы можем слышать, что кто-то говорит, Кришна сказал мне, что я могу есть мясо. Krishna told me I can smoke cigarettes. Кришна сказал мне, что я могу курить. Krishna told me I can take drugs. Кришна сказал мне, что я могу употреблять наркотики. We had even one, there was one person in China, and she claimed Krishna told her that the Bhagavad Gita was now old, and she was to write the new book to guide everyone. Был даже такой случай в Китае, одна женщина утверждала, что Кришна сказал ей, что Бхагавад-гита уже устарела, и ей нужно написать самое новое писание, которое будет теперь всех направлять. So how do we know what is Krishna actually, what is that Krishna actually saying and what is he not saying? Как же нам узнать, что Кришна нам говорит, а что не является его словами? Well, we have to confirm by sadhu, shastra, and guru. Мы должны искать подтверждение этому у гуру, садху и шастры. We have to follow these authorities. We cannot just simply be guided by what we say the heart is saying. Мы должны нас должны направлять именно эти авторитеты, а не то, что мы говорим, что мы услышали из сердца. But people like to cheat, they like to delude themselves and pretend that, oh, Krishna told me I can do this. Людям нравится обманывать самих себя и убеждать себя в том, что Кришна им что-то сказал. So there has to always be some check on these things. And the check comes from sadhus, shastra and guru. Поэтому эти вещи всегда нужно проверять, и сверяемся мы
именно с садху, гуру и шастрами. We don't act independently. We must always be guided by these different authorities. Мы не должны действовать независимо. Мы должны действовать под руководством этих авторитетов. And we saw earlier in this chapter, this 13th chapter, in verse number 5, Lord Krishna was speaking. He was giving authorities. He was mentioning about sadhu and shastra and guru. И в пятом стихе этой главы мы уже читали о том, как Кришна упоминает авторитетов, с которыми нам нужно сверяться. Lord Krishna was speaking about whether or not the soul is one or two. Господь Кришна объяснял души две или одна. Because the impersonalists, they say the soul is one. Потому что имперсоналисты говорят, что душа одна. But the devotees, the Vaishnavas, they explain that the soul is not one, but two. Но вайшнавы, персоналисты говорят, что душа не одна, а их две. Just like here in this section, Lord Krishna is describing the Kshetrajna, the knower of the field, and there are two knowers of the field. Здесь, в этом разделе, Кришна говорит о кшетра-гья, знающем поле, и мы уже прочитали, что их два. There's the individual soul, and there is the super soul. Это индивидуальная душа и сверхдуша. We give the example that the individual soul, he knows about his own body. И нам дали пример о том, как индивидуальная душа знает только свое собственное тело. I know my pain and pleasure, and you know your own pain and pleasure. Я знаю свои боли и наслаждения, и вы тоже знаете каждый свою боль и свое наслаждение в своем теле. But I cannot understand your pain or pleasure, and you cannot understand my pain and pleasure. Я не могу понять или прочувствовать вашу боль или ваше наслаждение, так же, как и вы не можете прочувствовать мои. But the super soul knows about the pain and pleasure of each and every one of us. Но сверхдуша знает, какую боль или какое наслаждение испытывает каждое живое существо, каждый из нас. Just like you may live in an apartment and the landlord, he has a whole building full of apartments, and he knows about each and every apartment. Например, вы снимаете квартиру, живете в квартире, и арендодатель, но в здании много квартир, и арендодатель обладает информацией обо всех квартирах в этом здании. You know your own apartment. You're living there. But you don't know about the next door neighbor and the apartments upstairs or downstairs. You only know about your own apartment. Вы знаете только о своей квартире. Вы не знаете, что происходит у соседей или выше этажом или ниже. But the landlord, the proprietor of the building, he knows about each and every apartment. Но собственник этого здания знает каждую квартиру в этом здании. In the same way, the Lord knows about each and every living entity's pain and pleasure. И также сверхдуша, Господь в сердце, знает боли и наслаждения каждого живого существа. So the Lord, that one Lord, is transcendental to the material energy. И таким образом Господь трансцендентен к материальной природе энергии. We are conditioned. We fall under the material energy. Мы обусловлены, и поэтому находимся под влиянием материальной энергии. We forget our position, our spiritual identity. Мы забываем о своем положении и о своей духовной индивидуальности. But the super soul is with us, and he's trying to remind us. He's prodding us, telling, come on, remember, remember, don't you remember? We told you this. Но сверхдуша направляет нас и напоминает нам и говорит, ну проснись ты, разве не помнишь?
So that the super soul is the well-wishing friend of the living of all of us. Поэтому сверхдуша — это друг и благожелатель каждого из нас. And at the same time, he is also Bhagavan. He possesses all opulences. И в то же время он Бхагаван и обладает всеми достояниями. So we should consider ourselves to be very fortunate to have such a nice friend. Поэтому мы должны понять свою удачу, насколько мы удачливы иметь такого друга. Just like if you have some friend who is very rich or very famous, you feel, yeah, he's my friend, I know him, yeah. Например, если у вас есть богатый или знаменитый друг, вы счастливы этой дружбе. So the same way we should feel happy to have a friend like Lord Krishna. Это точно так же мы должны быть счастливы иметь такого друга, как Господь Кришна. We should cultivate that relationship with Krishna. И мы должны развивать такие отношения с Кришной. And of course some yogis do. They meditate on the super soul in the heart. И некоторые йоги тоже развивают эти отношения, медитируя на сверхдушу в своем сердце. They absorb their mind in thinking of the form of the Lord in the heart. Они погружают свой ум в размышления о форме Господа в сердце. They will meditate first on his lotus feet and the different auspicious signs on his lotus feet. Они сначала медитируют на его лотосные стопы и различные благоприятные знаки, которые находятся на стопах. Then they will progress up the different bodily limbs of the Lord. Потом они поднимаются в своей медитации вверх по телу Господа и медитируют на различные части Его тела. Coming up to His waist, and then His chest, then His beautiful, charming face. Они медитируют на Его талию, затем на грудь и затем на Его прекрасное лицо. In this way the yogi will absorb his mind contemplating the form of the Lord. И таким образом йоги погружают свой ум в созерцание прекрасной формы Господа. So we want to understand that the Lord is there as a person. He's not just simply some energy. И мы должны понять, что Господь присутствует там как личность, а не просто какая-то энергия. But he has a form, he has senses, he has activity. У него есть форма, чувства и деятельность. И как преданные мы черпаем наслаждение, слушая о деяниях Господа. Of course, the super soul is only one tiny expansion of the Lord. Конечно, сверхдуша — это одна крошечная экспансия Верховного Господа. If you remember from the 10th chapter, Lord Krishna was describing the opulences of the Absolute, what is known as vibhutis. Если вы помните, в 10 главе Господь Кришна описывает великолепие Абсолюта, которое называется вибхути. Lord Krishna said, "Of flowing rivers, I am the Ganges." Господь Кришна говорит, из текущих рек я Ганга. Of beasts, I am the lion. Из зверей я лев. Of mountains, I am Meru. Среди гор я Меру. Of immovable things, I am the Himalayas. Из неподвижного я Гималаи. I am the syllable Om in the Vedic mantras. Я слог Ом в ведических мантрах. I am the sound in ether. Я звук в эфире. I am ability in man. Я сила в человеке. Among the devotees, I am Prahlad. Среди преданных я Прохлад. Lord Krishna went on describing many, many different ways in which he is present in this world. И таким образом Кришна далее описывает все новое и новое, в чем он присутствует, в каком великолепии в этом мире он присутствует. But then at the end of the 10th chapter, Lord Krishna says, but Arjuna, there's no need, you don't need all this detailed knowledge. Но в конце 10 главы он говорит, что Арджуна, тебе не нужно так подробно знать эти детали.
with a single fragment of myself, I pervade and support the entire creation. Всего лишь одной искрой своего великолепия я пронизываю и поддерживаю все творение. And what is that single fragment? That is the super soul. И в чем это одна маленькая частица? Это сверхдуша. It's pervading the entire creation. Even every atom, there is Paramatma in the atom. Она пронизывает и поддерживает все творение, поскольку в каждом атоме находится сверхдуша, Параматма. It's not only in the heart of the living entity, it's in every atom, it's pervading everything. Он не только в сердце каждого живого существа, но и в каждом атоме. Он всепроникающий. И он поддерживает все творение. You know, if you go to New York, anybody been to New York? Здесь кто-нибудь был в Нью-Йорке? In New York, there's a place in the center of Manhattan. Manhattan is like the business center of New York. So in Manhattan, there's a place on Fifth Avenue. Fifth Avenue is the big street, you know, the main, biggest road in New York. So we have a Rattihatra there on Fifth Avenue. Anyway, on Fifth Avenue, there's a place called Rockefeller Center. It's a shopping center and a business center. And, you know, it's quite a big place. And outside the Rockefeller Center, they have this big statue, and they have this big statue of a person in Greek mythology called Atlas. Если вы отправитесь в Нью-Йорк, там есть деловой центр, который Манхэттен, и в Манхэттене есть Пятая Авеню, это очень такая большая оживленная улица, на которой мы проводим Радха-ятры. И на этой Пятой Авеню есть так называемый Рокфеллер-центр, это большой деловой и торговый центр. И возле него стоит статуя Атласа из греческой мифологии. So Srila Prabhupada had gone there to America and he'd seen this statue. И Шрила Прабхупада был в Америке и видел эту статую. It's a big bronze statue. And this Atlas, you know, he's a big, powerful man, you know, huge, you know, big body, very muscular. And he's lifting the earth, but it's it's so heavy for him. И эта статуя изображает Атласа как очень могучего, мускулистого человека, который с огромным усилием и надрывом поддерживает землю. So for Atlas, you know, he's struggling, so heavy, so big for him to lift up the car. И для него земля настолько тяжела, что он просто изо всех сил, со всей мочи пытается ее поддержать. But Krishna is supporting the whole creation, all the universes with all their planets, they're all being supported by them without any effort. Но Кришна поддерживает все творение, все бесконечные планеты, не совершая при этом никаких усилий. This is Krishna. And he does this in the form of the super soul, supporting the entire creation. Таков Кришна, он поддерживает все творение при помощи сверхдуши. If he was not supporting the creation, it would all just scatter. Если бы он не поддерживал все творение, оно бы просто рассыпалось. If you pick up a handful of sand in your hand and then open your hand, the sand will all scatter. Если вы наберете в ладонь горсть песка и потом разожмете ладонь, то весь песок высыпется. But Krishna is holding up the whole creation with all the universes, and it's all in perfect position. Но Кришна поддерживает все творение и все бесчисленные вселенные, при этом поддерживая идеальный порядок. How does he do it? Как он это делает?
just by his glance. Всего лишь одним своим взглядом. We cannot imagine. This is the inconceivable potency of the Supreme Lord. Мы не можем себе представить это. Это непостижимая энергия Верховного Господа. So it's very important in trying to understand the teaching of spiritual knowledge like this Bhagavad Gita. It's very important that you accept that there is such a thing as inconceivable potency. И в попытках понять духовное знание, изложенное в Бхагавад-гите, очень важно признать, что существует непостижимая энергия Господа. And we see examples of inconceivable potencies every day. И мы каждый день можем видеть примеры непостижимой энергии. We're not always aware of them, but they're there. Мы не всегда это осознаем, но эти проявления всегда присутствуют. Just like the sun planet, the sun is giving off this inconceivable amount of energy every moment. Например, солнце отдает непостижимое количество энергии в каждую секунду. And it provides heat and light for the whole universe. Оно дает свет и тепло для всей Вселенной. Do we know any? Did we ever see any kind of fire which would burn unlimitedly without us putting fuel on it regularly? Можем ли мы видели ли мы когда-нибудь еще примеры какого-то огня, который бы бесконечно горел без того, чтобы мы подливали его топливо? Of course, you know, as winter comes. You know, you have heating, and you have the heating unit, there's a heating place where they're generating, heating the steam, and it's going to all the buildings, and everyone's got some heat in their room to so that they don't feel the cold of the winter. Сейчас наступает зима, и скоро включат отопление, и отопление исходит из тепловой станции, где они при помощи топлива подают это отопление в дома. But you have to have a lot of fuel, right? They have to coal or oil, whatever they use to generate the heat. Но чтобы обеспечивать этим теплом, нужно очень много топлива, угля, нефти или чего-то еще. But the sun every day, every moment is giving so huge, unlimited amounts of heat. Но солнце каждый день и каждую секунду дает нам неограниченное количество света и тепла. Это непостижимо. And the same way, Lord Krishna has inconceivable energies. That sun is just one small fraction of this inconceivable potency. И точно так же Господь Кришна обладает непостижимыми энергиями. И энергия Солнца — это всего лишь маленькая частица Его непостижимой энергии. And in the form as the super soul, He's maintaining and supporting this whole creation. И в форме сверхдуши Он поддерживает все творение. All right. Any question? Есть ли вопросы? Говорили, что как отец говорит ребенку, он не делает, но ребенок отворачивается, уходит, так, живет отдельно. Так же и душа уходит в этот материальный мир. И вопрос, просит ли душа сделать так, чтобы она забыла Кришну? Или это как автоматически происходит? Просто там же нет ничего не связанного с Кришной, а здесь она вообще не уходит. Просит ли у Кришны? Ну да. Ну то есть сделать так, чтобы не знала, не видела, не помнила. До свидания. You mentioned that sometimes the child wants to do something. A father could instruct the child not to do this, but the child refuses and leaves house, his home. And a soul is in similar way, just leave the spiritual world. So the question is, does a soul ask
for Krishna to help to forget Krishna, because in spiritual world there is nothing which is not connected to Krishna. So does the soul ask Krishna to help to forget him? Well, if you want to ask, you could ask Krishna this, of course. Если вы хотите, то вы можете попросить об этом Кришну. Yeah, you have free will. У вас есть свобода воли. You want to forget Krishna? You're going to ask Krishna, I want to forget you. Если вы хотите забыть Кришну, то вы можете у него об этом попросить, чтобы он помог вам его забыть. Krishna can definitely facilitate. He can facilitate this. И Кришна может это устроить. Because this is the super soul, we said, from the super soul comes knowledge, remembrance, and forgetfulness. So Krishna can arrange for you to forget. Мы знаем, что из сердца исходит память, и знание, и забвение, и поэтому Кришна может устроить так, что вы все забудете. You're going to ask Krishna? Вы хотите попросить об этом Кришну? It's not a very sensible thing to do, but of course you can do it. Это не очень разумно, но вы можете это сделать. This is what you want to do. You want to forget Krishna. You want Krishna to help you to forget him. Это то, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы Кришна помог вам его забыть? Then yes, he will arrange. Он может это устроить. You just ask him. Попросить. Вопрос. Когда уходит из духовного мира, то она, наверное, просит, чтобы Господь так устроил. Или вот в чем. When a soul leaves the spiritual world, at the moment of leaving the spiritual world, does the soul ask Krishna to help to forget him? When the soul in the process of leaving the spiritual world, does the soul ask Krishna at that moment to help to forget Krishna? No. Yeah. When the soul is leaving to enter to the spiritual world. No. When the soul leaves the spiritual world and get to material world. Oh, at that moment, does the soul ask Krishna to help to forget him? Well, the soul has had that. That's it. How we understand the living entity's appearance in this world. That we desire, we're Krishna's competitor. We're competing with Krishna. He's the controller, and we're trying to be the controller. То, как мы понимаем причину нашего прихода в этот мир, мы пытаемся соревноваться с Кришной. Мы пытаемся быть контролирующими вместо Кришны. Yes, it's like to forget being, we come to this world, we like to try to get away from Krishna, we want to forget Krishna. So Krishna places us here in this world. Когда мы приходим в этот мир, мы убегаем от Кришны и пытаемся держаться от него подальше. Поэтому, да, Кришна может помочь нам забыть его. And we can think there's no Krishna, there's no God, there's no controller. Таким образом, Кришна помещает нас сюда, где мы можем подумать, что Бога нет и контролирующего нет. And we can think this one life is everything, and the time of death, everything is finished. И мы можем думать, что у нас только одна жизнь, и со смертью все заканчивается. So, We can be atheistic, we can be absorbed in material consciousness. Мы можем быть атеистами, мы можем быть поглощены материальным сознанием. So Srila Prabhupada said God comes as death to the atheist. И Шрила Прабхупада говорит, что атеистам Господь является формой смерти. Because death comes and takes everything away. Потому что смерть, приходя, забирает у них все. So for the atheist, God is death. Поэтому для атеистов Бог предстает в форме смерти. Хари Кришна, есть у меня такой вопрос. Как вот
чтобы она ну, отвечала, и как она отвечает, если это возможно, да? Can we ask questions from Super Soul, and if we can, then how does he respond? Yes, you want to ask questions to the, yes, you can ask questions to the Super Soul, and how does the Super Soul respond? You will respond through Sadhu, Shastras and Guru. Вы можете задавать вопросы сверхдуше, а отвечать она будет через Садху, Гуру и Шастры. Sometimes some sign may come, which is an indication from the Super Soul, but that whatever is the sign, it should be confirmed by Sadhu, Shastra and Guru. Вы можете увидеть какой-то знак, пришедший от сверхдуши, но этот знак нужно подтвердить с помощью Гуру, Садху и Шастры. You know, you may want to know what I wanted. I'm not sure what I should be doing about this. Should I, you know, what job I should take or what should be, should I be moving my residence or what? So sometimes we take a sign, some kind of indication which comes, you know, and we think, oh, this is Krishna telling me what I should do. Мы можем задаваться вопросами, стоит мне работать на этой работе или нет, стоит ли мне переезжать или нет. И могут приходить какие-то знаки, которые, как мы думаем, приходят от сверхдуши. But that should always be confirmed with Sadhu, Shastra and Guru. Но эти знаки, они должны всегда, мы должны находить им подтверждение в шастрах у Садху и Гуру. Not just only the feeling coming from the heart. Мы не должны полагаться только на ощущения из нашего сердца. Because sometimes it's coming from the mind, and the mind is cheating us. Потому что иногда эти ощущения исходят из нашего ума, а ум склонен нас обманывать. The mind is saying, no, it's okay, you can eat meat, go ahead. Ум может сказать нам, да ничего страшного, ешь мясо. You're a devotee. Ты преданный. You can eat whatever. Ты можешь есть, что хочешь. The mind will say many devious things. It will say, oh, Krishna in the heart telling me. Ум может много чего говорить и также говорить, что это Кришна нам сказала сердце. So we have to always check carefully. Поэтому мы должны внимательно проверять эту информацию. Convince us that you'll never be happy here in this place.
Он дает нам эти тела, исполненные страданий, просто чтобы помочь нам увидеть, что мы никогда не будем счастливы в этом мире. This is not your real home. Это не ваш настоящий дом. And he's urging us to get out from this place and go back to home. И он хочет помочь нам вырваться из этого места и отправиться домой. Я воспитывался много лет в христианской культуре, и есть такое понимание, как Святой Дух. Свет Душа и Святой Дух — это одно или лицо? I was raised in Christian culture, and in Christian culture there is a word like spirit. So, spirit. Is spirit and super soul the same? The Holy Spirit. Holy Spirit. Mm-hmm. Yes, kind of like that. Да, можно так сказать. I don't find, you know, I'm not so sure what exactly we say about the Holy Spirit, the Spirit of God. They don't have a lot of information about it, but in the Bhagavad Gita, it's very clear. В точности нельзя сказать, что подразумевается под Святым Духом, поскольку в христианстве, в принципе, не дано такое подробное объяснение этого, тогда как в Бхагавад-гите это объясняется очень подробно и ясно. Supersoul is an expansion of Baladeva. Can you explain that? Supersoul is an expansion of Baladeva. Well, Baladeva is an expansion of Lord Krishna. Ultimately, everything comes from Krishna. Lord Krishna expands as Baladeva, and Baladeva expands in one form as the Supersoul. Баладева является экспансией Кришны, и в конечном счете все экспансии исходят из Кришны. Баладева уже в свою очередь распространяет себя как Сверхдуша. Lord Balarama is the original spiritual master, and he expands himself into the heart of all living entities as the super soul. Господь Баларама — это изначальный духовный учитель, и он распространяет себя в сердца всех живых существ, как Свердушан. As the super soul, he is Chitya Guru, the guru in the heart. Как Свердушан, он является Чайтья Гуру, гуру, находящимся в наших сердцах. But you must be pure to take direction from the heart. Но чтобы получать наставление напрямую из сердца, вы должны очиститься. So that's why we need also sadhu, shastra, and guru. И поэтому для этой цели нам тоже нужны гуру, садху и шастры. To confirm what the Chaitya Guru said. Которые подтвердят то, что сказал нам Чайтья Гуру. А можно спросить, этот Шрива Вишая Вишна, это непосредственно как Параматма, безличностное, такой пол, то есть как отражение Кришны, да? А Баладева это идет как Чайтья Гуру. Можете еще раз, Шри Рагануга Бхакти, можете еще раз, как безличное проявление, еще раз можете сказать? Да,
как отражение Кришны в зеркале, он как надзирающий, да, вот это упадашира и упа, как там на санскрите? Упадрашка, упадманта, господи, забыла санскрит, наблюдающий и дозволяющий. И так шчыра дапаша Вишна. So the observer and permitter is Шри Дапаша Вишна, is it right? He has some, you know, impersonal aspect. Шри Дапаша Вишна is also a super soul. Шри Дапаша Вишна — это также сверхдуша. Well, Balaram expands to many different forms. Balarama себя распространяет в разные формы. Lord Balaram expands, for example, the different Purusha avatars. From Lord Balaram, you've got the Chaturvyuha, Sankarvasudeva, Sankarshan, Aniruddha, and Prajumna. Chaturvyuha. Из Господа Баларамы исходит Чатурвьюха, Васудева, Сангаршана, Нирудха и Прадьюна. And so from Vasudeva in the Chaturvyuha you get the different Purusha avatars. А из Васудева в Чатурвьюхе исходят разные Пуруша аватары. Right, you have Mahavishnu, and then Garbhadakshaya Vishnu and Shirodakshaya Vishnu. Mahavishnu, Garbhadakshaya Vishnu и Kshirodakshaya Vishnu. So they're all coming from Baladeva. И они все исходят из Баладевы. Баладева, he facilitates all this creation. Баладева управляет этим творением, вернее, обеспечивает это творение. All of these different personalities, they originate from Lord Krishna. And Lord Krishna's first expansion is Baladeva, and then from Baladeva you have all of these other. Все эти личности исходят из Кришны, но посредством Баларамы, поскольку Кришна сначала себя распространяет в форме Баладевы, и из которого уже в свою очередь исходят все остальные экспансии. The three Purusha avatars, they're all coming initially from Lord Baladeva. Эти три Пуруша аватары, Махавишну, Прабхатапаша и Вишну, Кширадапаша и Вишну, исходят изначально из Баларамы. Окей. Спасибо. За проживание в этой тюрьме, этого тела, можно платить, совершая жертвоприношение. Но ведь жертвоприношение не так много джив совершает, а кто платит за тех, кто не совершает эти жертвоприношения, может продолжать жить в этих телах? You mentioned that we should pay for our bodies by performing sacrifices. But we know that majority of people don't perform sacrifices, so how do they pay for using of their bodies? Well, they pay karma, they get reactions. Они платят своей кармой, получая плохие реакции. Yes. They get struggles and problems in their life. Они расплачиваются трудностями и проблемами в своей жизни. Things go wrong. Когда у них все идет наперекосяк. Tomorrow. Завтра.
Конечно.